Всем привет! В сегодняшнем обзоре мы поговорим о фунготерапии. Вы узнаете о полезных каплях на основе грибов шиитаке. Производитель фитобиотехнологии Украина. Серия «Грибная аптечка». Эти капли благоприятно влияют на общее самочувствие и нервную систему, способствуют нормализации температуры тела, повышают мужскую потенцию, очищают кровь и нормализируют кровяное давление, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают выработку инсулина, снижают уровень сахара у диабетиков, снижают уровень холестерина. Грибы шиитаке известны более 2000 лет. Их родиной считается Китай, хотя растут они еще и в Японии. На протяжении десятков веков их успешно культивируют. Китайская медицина считает грибы шиитаке целебным природным продуктом, продлевающим жизнь. Поэтому в Поднебесной есть еще несколько названий гриба – эликсир жизни и императорский гриб. Сегодня грибы шиитаке широко используются во многих странах мира, не только в кулинарии, но и в лечебных целях. Они содержат витамины А, Д, С, группы В, микроэлементы, натрий, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, железо, селен и другие. Почти все аминокислоты, часть из которых поступает в организм человека только из внешней среды, жирные кислоты, полисахариды. В составе этих грибов обнаружен даже коэнзим Q10. И это далеко не весь перечень полезных веществ, содержащихся в них. Грибы шиитаке содержат полисахарид лентинан, который укрепляет иммунную систему за счет увеличения продукции Т-лимфоцитов. Капли содержат 18 аминокислот, необходимых в рационе. Цинк богат витаминами группы В и Д. Капли не содержат ГМО. Рекомендовано употреблять как диетическую добавку к рациону питания для создания оптимальных диетологических условий для повышения иммунитета и снижения уровня холестерина. Капли обладают общеукрепляющим действием. Способ применения. Взрослым принимать по 20-30 капель. Развести в полстакане воды. Во время еды 2-3 раза в день. Курс приема 30 дней. Курс можно повторить. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом. Капли выпускаются в удобных флаконах с капельницей по 50 и 100 мл. Эти капли и все средства из обзоров вы можете приобрести в интернет-магазине phytomarket.com.ua. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Задавайте ваши вопросы в комментарии и ставьте этому видео лайк. До встречи!